Мы продолжаем наш пятый отчетный юбилейный концерт школы танцев «Ткаченко балет». У нас немного поменялась публика. Я предлагаю нам, несмотря на это, все равно поаплодировать, поприветствовать друг друга и тем самым продолжить. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто пришел поддержать, создать настроение вместе с нашими артистами. Это очень и очень ценно для нас, и ваше внимание просто дорогого стоит. Для нас, для каждого, кто выступает здесь, на этой сцене. И сейчас я хотел бы еще раз пригласить для вступительного, для приветственного слова руководителя, основателя школы танцев «Ткаченко балет». Прошу ваших аплодисментов, Владимир Ткаченко! Здравствуйте, дорогие гости студии «Ткаченко балет». Я вам благодарен за то, что пришли поддержать наших взрослых артистов и похлопать им. Спасибо артистам за то, что подготовили и прошли огромный путь до этого концерта. Я желаю всем удачи и поехали! Начинаем второе отделение «Взрослые». Совершенно справедливо, мы начинаем второе отделение. Здесь как раз таки наша взрослая группа «Вдохновение» приходит вместе с яркими красками Испании. Китри из балета «Дон Кихот» исполняет Маргарита Подорожная, педагог Владимир Ткаченко. Хореография Владимира Ткаченко. Нам очень повезло, что в нашей студии присутствуют настоящие фанаты балета, которые своим стремлением к прекрасному озаряют все вокруг. Танец больших лебедей из балета «Лебединое озеро». Постановка педагога Анатолия Казацкого. Thank you.
больших лебедей из балета «Лебединое озеро». Педагог Анатолий Казацкий. Настоящие мужчины всегда проявляли себя с помощью великих подвигов ради любви. Вариация Солара из балета «Баядерка» исполняет Александр Крапивский. Первая версия этого танца длилась 7 минут, и одежды не оставалось совсем. Давайте вместе с нашими превосходными балеринами закружимся в волшебном вальсе цветов под музыку из балета «Лебединое озеро». Педагог Алина Радалова.
Спасибо огромное вам. А наш следующий номер исследует женскую природу и сравнивает ее с цветком. Иногда хрупким и нежным, а иногда способным показать шипы. Педагог Юлия Циб. Цветок. Балет «Кармен» по праву занимает лидирующее место среди деми-классических балетов. Характерные партии идеально смогли воплотить наши ученицы. Табачницы из балета «Кармен». Педагог Екатерина Мирошниченко. Thank you.
балета «Кармен» педагог Екатерина Мирошниченко. А следующая постановка Мориса Бежара в трех частях рассказывает вам о великой женщине Айсидоре Дункан. Ученица Олеся Авдошина и педагог Елизавета Чеботарева, вдохновившись исполнением Майи Плисецкой, решили представить вашему вниманию этот номер. Встречайте! Человеческое тело – самый высокий символ красоты. Вальс. Танец — это жизнь. Мне непонятен мир, который не танцует.
Олеся Авдошина и ее Айсидора Дункан. Романтический и лирический бессюжетный балет отличался безукоризненным вкусом Фокина. Одна поза плавным балансе переливалась в другую, словно рисуя идеальную картину единого завораживающего действа. Прелюд из балета «Шопениада». Педагог Галина Жоржевна. Thank you.
«Блестящий вальс». Постановка Галины Жоржевны. Мы предлагаем вам погрузиться в праздничную атмосферу бала вместе с великим шедевром Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Мазурка! Уже третий год Марина Рыбак является ученицей нашей студии, и с каждым годом ее таланты раскрываются все ярче. И сегодня она представит вашему вниманию вариацию принцессы Флорины из балета «Спящая красавица». Педагог Елизавета Чеботарева. Thank you.
Марина Рыбак. В основе сюжета следующего номера – рыцарская легенда о любви. Романтический сюжет и удачная либретто обеспечили спектаклю большую зрелищность, а в исполнении наших учениц еще добавилась нотка новизны. Вальс из балета «Раймонда». В нашем танце мы пластично исследуем тему человеческой эмоциональности, то, как ее проявления у одних людей влияют на жизнедеятельность и ментальное здоровье других, а также степень проявления эмоций, как происходит так, что одних называют бесчувственными сухарями, а других – неадекватными истеричками. Где середина и стоит ли ее вообще придерживаться? Nothing was the same. Педагог Мария Лозовая. I chose to believe every word I was fed, and I thought the coals on my back were a product of the lack you left when you stepped back and racked your brain for a reason to stay. But you could not seem to formulate any such thought in your head. So you left with nothing more than a reason you kept silent, and my mind would riot, stuck in self-perpetuated mental violence and dreams kept private. The ambition to fix this wish list of selfish misfit realist missions contained within a vision of wishful thinking and seeking deep into a new bit of misproportioned emotions leaking through a seeping truth constructed by my need to feel important. When you would look back and think of all the little things you regret, I just wanted you to think of me when you think back to all the things you regret. I spent so much time convincing myself that the
rest of this mess that I stressed within this relationship was a product of the world's impressions, not my deep desire to be needed. And it's hard to admit, but I guess I've come to terms with the fact that I just want to be needed. And I convinced myself that I needed to be needed. And if that was true, I would still be smiling like you still today, but for different reasons. I chose to dismiss the possible instance that the lips I love to kiss could form the words goodbye. And it was a simple lie, but I told it to you like the captain of a sinking ship, choosing to believe the bottom of the ocean was a better source of oxygen. It's so nice, and I still chose to believe I misinterpreted your dialect and everything you said about it. Your diction, your diatribe, posture, body language, and connotations all pointed in the same direction. The selection of contingent messages postponed until further notice. Because I was ashamed to admit the problem and pretend your happiness came from me and that your happiness was important. But we aborted the sordid truths we once distorted when I saw the shape of your dress when you wore it. And that was enough until it wasn't. And that's when you finally felt supported. So the others courted you and you mentally recorded and endorsed the force before the compliments you received came in, and you felt empowered enough to take your final bow and find love within the arms of another instead of this heart of mine. And that's fine, because I would do the same and I would leave me. Not because I'm useless and not because I'm broken, not because I'm sad and not because I'm worthless, but because I saw value in your smile and not in your values. And I'm sorry, and I love you. And that's why I can finally sleep at night. Because you are free and you can thrive. And I'm just happy I gotta be a part of your life. I'm just happy I gotta be a part of the journey that you call your life. And I finally feel fine, because I spent so long trying to change you, not realizing I was the one who needed this. Ваши овации! В основу либретто нашего следующего номера лег фантастический роман французского писателя Жака Казотта «Влюбленный бес». Это произведение считается первым фантастическим романом французской литературы. Мы — фантастически классная студия, и номера у нас фантастические. Сатанилла исполняет Александр Крапивкин, педагог Владимир Ткаченко. Хореограф Владимир Ткаченко. В романе Сервантеса «Опус печального рыцаря Дон Кихота», готового на любые подвиги и благородные поступки, является основой сюжета. Но мы решили сегодня не печалиться, а праздновать. Сигидилья, педагог Анатолий Казанцев. Thank you.
постановки педагога Анатолия Казацкого. По сюжету наша героиня не хочет выходить замуж за богатого и некрасивого, а выбирает бедного. Соло Китри. Дон Кихот. Постановка Галины Жоржевны. А в этот раз мы решили перенестись в солнечную Италию и поделиться неаполитанским танцем из балета «Лебединое озеро». Педагог Алина Радалова. Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро». Впервые эту партию исполнила Анна Павлова. И мы решили повторить успех легендарного произведения. Педагог Галина Жоржевна. Сен-Санс. Thank you.
постановке Галины Жоржевны. Давайте снова добавим в наш праздник горячие испанские мотивы. Педагог Екатерина Мирошниченко. Испанский танец из балета «Лебединое озеро». Екатерина Мирошниченко и ее испанский танец. Следующий танец о внутреннем призвании, о зашкаливающей энергии, о сильной пассии и неудержимых амбициях. Lights. Педагог Мария Лозовая. I cannot breathe without you being right by my side. I'll die. So can you please come over closer, hold me tight right now. Personal give me a moment, but I'm sure by there's no answer. Then I'm not gonna do so I'm thank you.
걔는 널 가만히 될 수 없는가 걔는 널 가만히 될 수 없는가 Хореография Марии Лозовой. Она — воплощение целомудрия, наивности, и она совсем не похожая на других, с добрым сердцем и яркими глазами. Вариация Эсмеральды. Педагог Владимир Ткаченко. Эсмеральда в постановке Владимира Ткаченко. А следующий номер о людях, которые по-разному видят любовь. Педагог Арина Одаренко. «Мой ласковый».
«Мой ласковый нежный зверь» в исполнении учениц школы Ткаченко балет. Мы специально подобрали следующий номер для нашей балерины, чтобы показать, в нашей студии каждая балерина может реализовать свои мечты, несмотря на предначертанное амплуа. Маргарита Подорожная, Амурчик, из балета «Дон Кихот», педагог Арина Одаренко. Маргарита Подорожная! Совершенству посвящается. Птицы — это дар природы, грация и совершенство от первого до последнего перышка, которое уже неоднократно было воспето во всех направлениях искусства и балета в том числе. Мария Атабалова, «Журавли».
«Журавли» в постановке Марии Атабаловой. «Дон Кихот» — любимый балет наших учеников. И мы его мечтаем танцевать с самого детства. Вариация «Флоры» из балета «Дон Кихот». Педагог Анатолий Казацкий. Балета «Дон Кихот». Следующий танец — это своеобразное признание в том, что все мы принадлежим к разного рода социальным группам. И так или иначе живем, умещая свою жизнь в так называемые рамки. Untitled. Педагог Мария Лазарева. Thank you.
цыгане и кочевой народ, но в пути они научились классно петь и задорно танцевать. Цыганский танец из балета «Дон Кихот». Педагог Анатолий Казацкий. Цыганский танец в постановке педагога Анатолия Казацкого. Стоит отметить фантастическую игру на гитаре.
Мы взяли на себя смелость и сделали всем известный номер под современную музыку. Встречайте, педагог Ирина Бурлаченко, «Танец маленьких лебедей». Бурлаченко и ее «Танец маленьких лебедей». Всю прелесть следующего балета можно передать всего одной маленькой вариацией. Педагог Анатолий Казацкий. «Дон Кихот». Вставная вариация. Хореограф Анатолий Казацкий. В балете есть не только красота и идиллия, но и озорство и веселье. Внимание, на сцене пиратский танец. Педагог Алина Радалова. Thank you.
Алина Радалова и ее пиратский танец. Не устаем восхищаться одним из самых впечатляющих балетов – «Болеро» из балета «Дон Кихот». Педагог Анатолий Казацкий. «Болеро» из балета «Дон Кихот». Постановка Анатолия Казацкого. Вечное противостояние добра и зла на балетной сцене. Педагог Галина Жоржевна, фея Карабас и фея Сирень.
Фея Карабас и фея Сирени. Восточная культура всегда являлась источником вдохновения для балетмейстеров. Исключением не стал и наш педагог Елизавета Чеботарева, которая презентует вам свою постановку «Оживший Борис». Живущий барельеф Елизаветы Чеботаревой.
В классический балет мы добавили сильную драматургию и получились чувства, которые находятся глубоко в душе. Педагог Дарья Иваненко, «Метель». «Метель» в постановке педагога Дарьи Иваненко. Оксаночка, к вам там пришли. Все, слава. Эпоха барокко стала толчком к развитию множества видов искусства, в том числе и балета. Вдохновленная красотой и величием этого периода, наш педагог Елизавета Чеботарева исполнит гавот из балета «Пламя Парижа» под живую музыку. Прошу. Thank you.
Елизавета Кривотарева. Все мы знаем, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Педагог Мария Атабалова, Монтекки и Капулетти из балета «Ромео и Джульетта». Браво! Монтекки и Капулетти из балета «Ромео и Джульетта». Хореограф Мария Атабалова. И сейчас я хотел бы пригласить на эту сцену всех без исключения. Всех артистов, всех танцоров, танцовщиц, педагогов, которые для нас сделали потрясающий 5-й отчетный концерт школы танцев Ткаченко балет. Прошу, приветствуйте Владимир Ткаченко, Анатолий Казацкий, Алина Радалова, Сид Юлия, Катя Мирошниченко, Лиза Чеботарева, Галина Жоржевна, Мария Атабалова, Мария Лозовая, Арина Адаренко, Ирина Бурлаченко, Даша Иваненко.
разумеется, талантливейшие ученики школы танцев Ткаченко Балет. Ну, естественно, такой любимый зритель. Хочется попросить вас, ну давайте сделаем это роскошь. Давайте сделаем общий поклон. Прошу. Thank you.